непростое. Яйцо у меня на веревочке. Мы семьей большой и дружной собираемся в июле, чтобы встретить общий праздник кругом близких и друзей и понять, что наша дружба с каждым годом все ценней. Мы рады вам и рады нашей встрече. Нам 30 лет, и мы одна семья. Пусть счастье обнимает вас за плечи. Спасибо за доверие, друзья. Быть счастливым в наше время очень легкая наука. Дом, семья, любовь и дети — это ценности для нас. Это праздник только с вами, это праздник весь для вас. Мы рады вам и рады нашей встрече. Нам 30 лет, и мы одна семья. Пусть счастье обнимает вас за плечи. Спасибо за доверие, друзья. Вы знаете, что мы сегодня празднуем? Хорошо. Мы действительно празднуем сегодня знатный юбилей. Очень знатного, думаю, самого такого важного коллектива в агропромышленном большом комплексе нашей Новосибирской области, птицефабрика Новосибирская, которая выпускает очень вкусную, приятную продукцию, которую нам хочется покупать, кушать. Поэтому, я думаю, сегодня у нас есть повод всем сказать спасибо этому коллективу за эти 30 лет. Для гостей родных и близких приготовили подарки. Пусть звучат у нас со сцены песни, музыка и смех. Пусть подружит, пусть закружит юбилей душевный всех. Мы рады вам и рады нашей встрече. Нам 30 лет, и мы одна семья. Пусть счастье обнимает вас за плечи. Спасибо за доверие, друзья. Спасибо, друзья, за доверие! Хочется пожелать, конечно, нашей любимой птицефабрике долголетия, здоровья, успехов, чтобы еще на многие-многие лета праздновали и радовали нас своей продукцией. Ну а мы сегодня все с удовольствием разделим этот праздник.